Здравствуйте, дорогие друзья! Не покупайте стейк Picanha, пока не посмотрите это видео. Очень распространенная ошибка в том, что люди неправильно режут стейк. Они режут вдоль волокон, а очень важно нарезать стейк поперек волокон. И в итоге у людей получается очень жесткое мясо. Для правильной обработки вам понадобится максимально острый нож. И чем длиннее будет ваш нож, тем будет проще вам зачищать. Вот такой вот красивый отруб у меня от Prime Beef. Смотрите, у нас здесь излишки жира. Нам они не нужны. Ну, если вы не пытаетесь сэкономить, конечно. А я не пытаюсь. Полностью жир мы срезать не будем. Он достаточно вкусный. Кстати, жир я никогда не выбрасываю. Я топлю его и готовлю на нем. Вот этот жирный край нам тоже не нужен. Вы можете жир, в принципе, не убирать, если вы его безумно любите. Почему нет? Вот, вот что у нас получилось. Вроде бы, казалось бы, все очевидно. Нарезали и жарим. Но нет, с этим куском все не так просто. Резать его нужно вот таким вот образом. Толщина стейка должна быть с 2 пальца. Если у вас получается слишком длинный стейк, у меня вот, допустим, большой отруб, я могу его разделить на 2 части. Могу подрезать вот этот вот хвостик вот таким вот образом и просто использовать его в другом блюде. Толщина 2 пальца, острый нож и отрезаем. Желательно это делать в одно движение. Такие вот кусочки у нас получается. Вот 2 пальца. Можно разметить. Здесь все понятно. Если получается вот такой большой кусок, мы его просто можем таким вот образом разделить. Можем просто ровно разделить, и у вас получится 2 куска. Нам главное, чтобы у нас была достаточная толщина. Потому что если толщины не будет хватать, кусок будет сухой. Что мы можем сделать из этих кусков? Мы их можем порезать, мы можем пожарить вот такими большими стейками. Смотрите, какое мясо у нас обалденное получается. Это мясо будет максимально сочное, максимально нежное. Обалденная мраморность. Давайте приступим. Кидаем куски на раскаленный гриль. Все я, конечно же, жарить не буду, потому что я просто не съем столько. Здесь у меня зона не прямого жара, то есть я ее разогрел и отключил. Сюда у меня отправятся томатики и чабата. Теперь то, ради чего мы все собрались.